Перед тем, как вы узнаете дату выхода серии любимого сериала, хотелось представить вам его небольшое описание. Переселение Хазан в квартиру, находящуюся по соседству с жильем Ягыза, для обоих братьев становится шоком. После этого отношения Ягыза и Синана становятся как никогда напряженными. А любимая девушка Синана не упускает возможность побольнее уколоть его. Ягыз, все время находящийся рядом с Хазан, испытывает настоящие муки, а Фазилес, прогнанная из дома, не знает, как ей теперь поступить. Но она, не теряя надежду на дочь, старается объяснить ей, что ни в чем не виновата. Посмотреть очередную 23-ю серию сериала «Госпожа Фазилет и ее дочери» вы сможете после 18 ноября. Всем спасибо за внимание, до встречи и пока!